Всем доброго времени суток и приятного аппетита. Я посмотрел много кухонных каналов, вот, но я никогда, я ни на одном канале не нашел рецепт такой, который я знаю. Рецепт. Это как бы рецепт, и заодно еще и мукбанг буду есть потом. Вот. Значит, весной очень много людей страдают от витаминоза. Я не страдаю, у меня вообще ничего нет, никаких зараз нет. Вот, сейчас уже пошла сныть. Сныть у меня тут, я не знаю, что мне тут жена принесла, по-моему, свекла. Свекла, крапива, это вообще не знаю, что это такое. Но это тоже съедобное. Вот. Там лучок уже пошел. Вот. Хотя еще земля, ну у нас и не было, даже зимы-то не было толком. Вот, вот крапива. Все. Сейчас мы это все нарезаем. Все нарезаем на моей любимой. Футболорезки или овощерезки, я не знаю как, или кузнеца. Кузнеца, они на наковальне не режут, они вот здесь режут. Вот. Значит так, зелень, это будет как холодное блюдо, сыворотка у меня, а это БАДы, не БАДы, там какие-то микроэлементы, потому что весной у людей витаминов нету. Вот сейчас мы это все сделаем, блюдо, все потом в описании напишу, что у меня там, сколько, ну тут можно зелень, то можно на глаз сыпать, главное БАДы не переборщить. Вот. Сыворотки тоже можно, сыворотка полезная. Вот сейчас порежем мы сныть. А, ой, сныть весной, это такая вкуснятинка, вот. Ах, вон она, вот режет. Как хорошо, понимаете, ух, вот, так, граблями там, ну-ка, подграбить надо маленько, сюда подграбим, сюда грабли нафиг, все, в кастрюлечку, картошечку, аккуратненько, это тоже, вот я смотрю, да, все женские там каналы, очень хорошо, что готовят, смотреть так страшно нафиг, без тарелки супа нормального, или борща, или там, исчез, невозможно смотреть. И еще два канала. Борода в Ютубе шашлыками дразнит вечно. Вот. Мариночка дразнит вкусняшками. Да все вкусняшками дразнит. Он дед на кухне, кто меня пьяными чебуреками задразнил. Вот. Я попробовал приготовить, они у меня трезвые получились. Вот. А опять смотрите, маленько постругаем. Вот. Зелень, не бойтесь, ловите сколько хотите зелени. Да? Я сейчас все подряд буду стругать. Что я буду выбирать? Тут крапива вообще, я не знаю, что это за растения вот эти, как они называются, с цветочками уже красивые. А, я знаю, что это такое. Это лилии молодые. Алиса, извини за лилии. Извини, это не лилии, я пошутил, но лилии, это что? Лилии весь огород засажу и все лето буду дарить. Вот. А кончится, у соседа клумбу пообрываю. Что у меня? Ты будешь кидаться-то, хоккеист-то, мазила-то? И нафиг отсюда пока. Мышарик. Мешаешь, посиди, посиди в уголку. Вот, настругали. Ай, будет такой еще не есть, такая вкуснятина. Ну будешь помогать тебе или нет, или будешь мешаться в другую. Нет, сосиски он, если колбасу большую, он гоняет, как этот, как шайбу гоняет. А маленькие сосиски, он мазило. Так, грабли на место. Грабли. Трава еще не высохла вообще, грибы сено. Пускай высохнет, что трава уже не лекси. Вот она. Слушайте, я не знаю, вот медведь старается, а этот, понимаете, он же силу не прикладывает, он все время мажет и мажет, мажет и мажет. А медведь такой добросовестный, все попадает. Что они нам куют-то? Деньги что ли куете-то вы, ребята? Я вас не понимаю нифига. Что-то молчат, куют там, что-то сидят. Ох, зеленуха, па. Ах, как хорошо, ах, как отвернуто. Чего? Иди отсюда. Тут мешаешь тут нафиг тебе. На скамейку запасных или до 2 минуты штрафа тебе. 10 минут тебе штрафу. Понял? За удар соперника. По пальцам тебе долбану. Сейчас все соберем. Вот. Ну, настояться надо, потому что БАДы быстро не расходятся. Надо, чтобы БАДы настоялись. Вот. Сыворотка. Сыворотка хорошая, тепленькая. Но все равно, сыворотку теплую, чтобы БАДы растворить. А есть надо холодное, холодное, это как окрошка там, и как еще там еще, кто у нас еще холодные блюда-то, я сейчас забыл, как они называются. Дед, вспоминай, как холодные блюда называются. Борода, шашлык холодное блюдо или как? Грабли, идите сюда. Не надо, не надо, вот так вот сейчас. Да ну, может, надо вытащить еще что там. Хоккеист, хоккеист. И даже хоккеиста фамилию знаю. Вот. Не скажу, а то потом суд подаст на меня.
Зубов нет так же, как у меня, знаете, наверное, кто-нибудь такой. Вот все. Вот. Аромат. Не, все надо до крошки собрать, вы что? У нас хлеб никогда не выкидывали. Все крошки собирали. Так в школе приучили. Хлебом не кидаться. Если что, или животным скормить. Ну там птичкам кому-то. Или карасям, если плесни. Я карасям плесни скормил. Так, все, покурил и ешь вы. А ты что? Что ты там нажимаешь что ли на клаву-то? Мне ничего не включено. Все, пока. Свободно. До вечера. Можете прятаться. Вот, теперь. А вот это надо, я знаю, сколько пенисов. Я вот смотрю, сколько вот тут у меня сделано. Сколько тут у меня. Вот так примерно баба надо добавить. Такая витаминная энергия такая поднимается. Че я думаю, эти шутками-то сижу в интернете, я не влажу-то. Нифига себе. Он наемся этой ерунды и все. Секрет не открою пока. Нет, ну если попросите, открою. Вот он будет здесь лишь, положим лишнее. Ну не лишнее, это же, куда, не падайте, все соберем до крошечки. Вот примерно одну треть засыпал. Даже чуть-чуть у меня небольшая. Сейчас заливаем сывороткой, тепленькой сывороткой. Надо подождать, пока она. Так. Потом берем свою хитрую вилку. Опа, вилка. Хитрую вилку. Вот она, мне хитрая вилка. Вот вилочка мне хитренькая. Вот такая. Помешаем. Знаете, почему я вилкой мешаю, не ложкой? Потому что, чтобы не сыпануть и съесть. Вот это и не поешь нифига. Мне там она... Вода просыпается, и это все сваливается. Ну, вот что, смешал. Вот все. Сейчас чуть-чуть настоится. Сейчас настоится чуть-чуть. Потом мы выльем. Ой, не выльем, как это? А, остудим, то есть, мы потом остудим и будем есть тарелочку. Сейчас на тарелочке схожу. Вот. На тарелочке схожу, все, вроде все нормально. Ну вот это у меня, значит, смотрите, да, тут получился сколько? Ну, вот она двухлитровая, ну вот так вот где-то получилось, да? Ну вот я с утречка поем. Ну правда, витаминоза нет, я не могу сказать, как другие действуют, но у меня нет витаминоза. Я целый день бодрый и вечерком. Когда к коту прихожу вечерком, хоп, и до утра сижу с ним еще. Там по всем этим болтались. Нафиг, не хочу. Не хочу эту гадость есть, нафиг, она не нужна. Камеру забил, нафиг. Как кто-нибудь другое ест, нафиг. Я не буду это есть, нафиг. Нафиг мне это надо. Ну, пусть как кто-нибудь другое ест, он в бедре. Вот так вот. Сейчас найду, кому соседу справлю. Сосед вон ем. Сергей мой сосед-то. Тоже, наверное, голодный есть хочет. Вот и все. Вон, картинка пустая. Все пусто. Всем пока. Сейчас как соседа начнут. Сейчас мы еще посмотрим, кто из кого будет мукбанк есть. Я с него или он с меня. Вот, по-моему, мукбанк весь. Давай, Вася, ешь, хороший из тебя мукбанк получится.